Если вы еще не готовили пастилу в домашних условиях, обязательно возьмите на вооружение этот рецепт. Невероятно вкусный, полезный и совсем простой в приготовлении десерт для всей семьи. Расскажу вам, как приготовить малиновую пастилу, но вы можете взять любые ягоды, которые любите. Кстати, подойдут не только свежие, но и замороженные. Обязательно рекомендую протирать пюре через сито перед тем, как сушить. Тогда пастила будет более нежной, а косточки не будут портить удовольствие от десерта. Малина – 250 грамм. Сахар – 70 грамм, по вкусу. Растительное масло – 1/2 чайных ложки. Количество порций – 4-6. Ягоды вымойте и хорошо обсушите. Соедините малину с сахаром и измельчите в пюре. Удобно использовать для этого блендер. Попробуйте пюре, при необходимости добавьте еще сахара. Протрите пюре через сито, чтобы удалить косточки. Я буду сушить пастилу в сушилке. Потом необходимо застелить пергаментом, вырезав круг в центре. Чтобы пастила хорошо снималась, капните немного растительного масла и как следует распределите при помощи кисточки. Небольшими порциями выкладывайте ягодное пюре на поддон. Распределите тонким, ровным слоем. Отправьте в сушилку, установив температуру 65 градусов. Можно сушить пастилу и на противне в духовке. Малиновая пастила у меня была готова уже через 5 часов. Но все зависит от сушилки и от толщины слоя. Готовая пастила не должна липнуть или течь. Я нарезаю пастилу небольшими полосочками и скручиваю в рулетик. Храню пастилу в холодильнике, в контейнере с плотной крышкой.